И всем привет, меня Александр Новасов. Сегодня мы играем в HyperVS 4. Мы сегодня поиграем в Pogo Jump. Мы сегодня будем просто в Pogo Jump. Это, ребята, это, помните, я во второй части говорил тоже Пога, я не мог никак пройти. Теперь я смогу пройти это просто за 5 секунд, эту штуку. Потому что она очень простая, по мне так. По мне так. Все. Очень просто, ребят. Но на этом видеоролик еще не заканчивается. У нас будет где-то примерно 10 карт. Ну, смотрят, насколько хватит видеоролика, я не знаю. Задумано сделать 10 карт, которые мы будем проходить. Давай. Какие-то сделали какие-то эти штуки очень огромные. Точнее, кто-то сделал, я не знаю. Это выглядит как-то тупо. Я не могу вот допрыгнуть. Понимаете? Да окей, я не могу допрыгнуть. Как-то размер, смотрите, сделали неправильно, видите? Разработчики, вы чё? Разработчики этой карты, вы что делаете? А, я прошел, стой! Твою мать. Стой! Спасибо вам, разработчики. Я не прошел. Я дальше и не буду даже проходить. Ну, видно, что карта некрасивая, и она сделана не под Пога. Она что-то похожее на Пога. Но... Я знаю, что такое Пога, и я точно не помню. Вот, это Пога, давайте. Ну, здесь, как бы, Пога... Так.
Лабана. Так, ладно. Ладно. Так. Лабана. Ну. Давай, ну, не падай. Да твою мать. Девчонка в 11 классе. Окей. 16. Окей. Ладно. Так. Прыгаем. Прыгаем дальше. И теперь. Значит, что мы делаем? Дальше мы, смотрите, что делаем. Мы теперь прыгаем на белую. Блин, а белая это вообще про. Я думаю, я про вообще не пройду. Это нет смысла даже проходить. Так, так. Значит. Хобана! Ну! А я даже не могу допрыгнуть до него, понимаете? В чем дело? Я не знаю, как до него надо прыгать, но до него допрыгать просто нереально. А, нет, я допрыгнул! Ну! Оу, ес! Yes. Давай, ну, чуть-чуть не хватило, ну, Pogo Jump, ну, так, ну, да я не могу допрыгнуть, короче, ребят, так, значит, смотрите, значит, давайте попробуем еще раз прыгнуть, не, я не допрыгну, так, и как это делать, значит, мы прыгаем, значит, нет, я просто не могу допрыгнуть. Это нереально просто. Вот это до черного допрыгнуть вообще нереально. Я думаю, это вообще никто не допрыгнет. Или просто, я не знаю, или просто... Я не знаю. Как до туда допрыгнуть, я не понимаю. Это вообще, это точно не изи. Это прямо вообще сложное. Я не знаю, может вы пройдете, но... Для меня это очень сложно. Очень сложно. Смотрите, опа. Раз, два, три. Хопа. Я не знаю, или можно здесь двойной какой-то прыжок делать, но здесь не сделаешь вообще никак. Так, тихо. Так, ладно. Теперь, значит, что? Значит, сюда. Прыгаем. Не допрыгнули. Пытаемся еще раз. Так, прыгаем еще раз. Короче, это нереально. Я это доказываю, ребят. Запоминайте название карты. Называется... Pogo Fight Blocks. Ребят, заходите на эту карту. Вот кто автор. Автор Triple Luxin. В общем, заходите на эту карту. Попробуйте ее пройти. Если вы пройдете, то напишите мне ВКонтакте, то что вы прошли эту карту. Я тоже попытаюсь ее все-таки пройти. Потому что я ее должен пройти, вы понимаете? Я должен ее пройти. Ладно. Пошли дальше. Значит, что дальше? Что дальше? Так, проходим дальше карту. Так, дальше карта. Здесь очень даже простая карта. По этой карте мы просто должны мочить этих мопедов. Ну, я думаю, смотрите. Давайте просто поиздеваемся над нашим этим. И просто будем вот так вот. О, так. Хотел просто оружие у них забрать. Ну, ладно. Как получится. Я не знаю, или... Ладно, я попробую. Так, тихо. Стой! Ой. Что? Так, файт. Ой-ой-ой. О, нормально. Не, я тебе еще раз... Нет, зря я, наверное, мысль сделал. Нет, мысль не буду. Так. Так, идем сюда. Теперь идем сюда. Опа-на! Хрен тебе. На! Нашего опять ранит, смотри. Ай, куда? А куда? В смысле? Так. Ой. Босс! Что за босс? Нет, меня убили. Я не знаю даже, как это перепрыгнуть. Я просто не знаю, как это перепрыгнуть. Давайте попробуем это пройти. Все, на Pogo это... Чтобы вы знали, что я там типа не обманываю. Вот, смотрите, вот на Pogo. Если я даже на Pogo джампе буду так вот прыгать. Опа, одного перепрыгнул. Второго еще перепрыгнул. Следующий видеоролик будет по файтам. Именно по файту. Типа по... этим штукам. Ладно. Блин. Ну ладно. У меня хотя бы... Так, второй левел. А что мне нужно делать? Оба, я сам уже запрыгнул. Значит, так, дальше. Прыгаем дальше. Ну, давай, допрыгнул, молодец. Так, тихо,
Ну! Ну как так? Ладно. Еще раз сейчас попробую. Все. Так. Значит, оба-на! Все! Ай-яй-яй! Прыгай! Прыгай! Так. Тихо! Опа-на! Давай, 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 давай. Прыгаю! Прыгаю! Ну! Это невозможно, ребят, это невозможно, честно. Так, это невозможно, потому... Чем это невозможно? Потому что это... Это не, невозможно, правда. Так. Тихо. Так, еще раз. Перепрыгнул. Отлично. Еще. Осторожно. Ой. Ладно. Главное, он еще нормальный. Блин, нет! Нет! Как я отсюда теперь выпрыгнул? Давай. Так, ладно. Давайте еще раз попробуем. Я думаю, у меня получится с этого раза пройти. Ну, если получится, я не знаю. Так. Так. Еще раз. Давай. Все. Отлично, отлично, отлично. Так, дальше сюда. Хоба. Нет. Еще раз. Мне очень понравилась данная карта. Чем? Тем, что она... какая-то, ну как, ну она обычная, но она как бы и необычная. Так, тихо. А ну ушел отсюда. Стой, 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 стой. Только попробуй пойти. Туда вниз. Нет, так, прыг. Прыг. Давай. Твою мать. Так, ладно. Теперь. Так вот, давайте прыгаю. Так. Прыгаю. Прыгаю. Все. Допрыгался. В общем, это вообще нереально пройти на Pogo Jump. Не, ну это возможно пройти. Но я стараться не буду, потому что так долго уже. Давайте еще раз попробую на это. Вообще. Вот здесь вот интересно проходить чем? Тем, что здесь, смотрите. Знаешь, спокойно. Эй, ты крутой, да. И меч у меня остался. Ладно, давай. Опа! Подлетел. Пускаешься. Вы чё там стоите? Вы чё? И меч у тебя остался в жопе. Так. Есть. Надеюсь, он у меня на меня не будет. Вот. Так. А здесь есть Спарта. На тебе, Спарта. А чё он орёт-то, я не понимаю. Его что ли ранили или кого? Так, третий левел. Так, по третьему левелу что у нас? Спрыгиваем вниз. Если это где-то. Если не ошибаюсь. Так. Так. Это мы отфигачили руку. Или руки. На руке отфигачили босса. Босса почему я не прошел? Потому что я не понял, как его проходить. Хоть он уже, смотрите, весь... Весь убитый босс. Но я хочу все-таки его. Ай-яй. Так, вот так. Там уж. Видимо, это надо перелететь. И рейд 5. Рейд 5 это я не знаю что. Мы теперь должны что сделать. А, нельзя. Так, мы прошли данную карту. И мы продолжаем. Это сколько я уже карт прошел? Я прошел где-то 5 карт. И продолжаю проходить дальше. Мы продолжаем проходить Pogo, Pogo, Jump. Опять файтинг. Именно это немного спойлера про следующий видеоролик. Следующий видеоролик будет по файтингу. Именно этот Happy Wheels, но только он будет по файтингу. То есть есть сейчас Pogo, а потом будет файтинг. Так. Ну давай. Давай. Да ты что? Давай. Но! Как это сделать-то, я не понял. Как это сделать? Давай. Давай. Но! Давай.
Ну, есть. Я у него... Ой-ой-ой. Так, осталось подпрыгнуть и... Ладно. Ой-ой-ой. Ладно. Давайте попробуем пройти не Pogo Jump, а именно это какая шестая карта была. У нас осталось несколько карт. Осталось где-то несколько карт. Осталось, в общем, три карты. Да, я знаю, что четыре, но четвертая будет это. Осталось теперь три карты. Почему это? Потому что я выбрал именно это для прохождения. Так. Так. Делаем так. Я не знаю, как здесь лететь. Ну, давай. Я только не помню, как мне... Вот. Кнопочка Z. Монетки. Тихо, тихо, тихо. Давай. Толстый, давай. Доберись до монетки. Она твоя. На. Давай. Давай, хотя бы одну монетку я выдаю. Все. Так вот у меня получилось. Толстый. Толстый, толстый. Так, это была у нас седьмая карта, получается. Осталось три карты. Давайте... Нет, эту карту я не буду проходить. Давайте сразу начнем. Ну, хотя ладно, давайте я пройду, попробую эту карту. Она должна быть самая простая по названию, видать. Должна быть самая простая она. Ну давайте попробуем ее все-таки пройти. Я думаю, у меня все получится, и я все-таки ее пройду. Ну, точнее, я так думаю, что я ее пройду. Так, прыгаем. Так, сюда. Так, сюда. Ладно. И осталась, видимо, последняя. Нет, не последняя она. Ладно, там еще есть одна. И какая-то будет еще штука, но пока что... Ладно. Ну что ж, давай. Ну! Чуть-чуть не достал. Так, ладно. Еще раз. Так. Нет. Так. Так. Ну! А, тупанул, ладно. Еще раз. Так. Нет. Так. Так, ну! Чуть-чуть, нет, не прошел. Так, ну! Да вы что? Ну! Так, это у меня просто не получается, ребят. Да, у меня не получается. Она слишком огромная, да. Это просто нереально пройти. На Pogo Jump невозможно. Осталось две карты, которым я сегодня вам продемонстрирую, покажу. И последняя тоже будет немного другая, но ладно. Ой! Что-то я пустил момент! Так, левел 1, Pogo. Good luck. Спасибо. Так. Так, секретный лифт. Оба-на. Как хорошо так. Так. Ой, что это такое? Как это проходить? Все под конец башка отвалилась. Ладно, ой. На. Сам на. Ай, прямо в жопу. Но ничего. Ты долго будешь это? Хватит орать, дебил. А, ну точно, я ведь могу все лететь. Я же тупую, блин. Так, ладно. Так. Ой, я хочу поломать стекло. Смотрите, как круто это будет. Смотрите, я стекла ломаю. Это не очень идея, но пофиг. Ладно, я поломал стекла. Допустим, ладно. Так. Дальше левел 4. Будет левел 4 здесь по левелу 4. Блин, как убрать этот меч? Нафиг он мне нужен? А, меня еще отфигачило здесь. Так, ладно. Так. Все, так. Ладно. Теперь...
спускаемся вниз. Оба! Все, готов. Двое уже минус два. Минус три. Одним сразу выстрелом. Так, еще одного, на. Без башки остался. Так, летим теперь туда. Теперь вниз. Летим, 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 летим. Блин, нет, нет, нет. Пожалуйста, нет, нет. Так, спускаемся. Хотя бы везде, чтобы... Ну, почему я не заметил там мины? Так, опять я лоханулся. Так. Так, надо уже запомнить. Вначале парень. Там. О, у меня копье. Давайте. Нет, не успел. Ладно. На. Так. Так, ну. Стой. Ну это вот надо в замедленной действии посмотреть, как это все будет делаться. Потому что это правда, это вот что-то. Блин! Ну почему? Ну почему? Тихо! Супер! Так, тихо, подлетаем, подлетаем, глобально. Меня чуть копьем этим не убило! Да ладно! Тихо, 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 тихо. Спускаемся. Спускаемся, вот. Левел 4. Так. Левел 4. Вот мины, мины, мины. Видим мины. Пролетаем мины. Тихо, тихо, тихо. Что там внизу? Нет, лучше бы я туда не садился. Так. Мою мать! Вы кто? Ай! Как мне их мочить? Оно отлетел. Твою мать! Оно отлетели от меня. На! Так, теперь куда мне? Я долетел до места, ну и что? Так, ну что дальше? Типа меня должно было взорвать или что? Ладно, не важно. Я не понял, как проходить эту карту. Так, осталась последняя карта, которую мы сегодня пройдем. Это будет карта, думаю, интересная, очень интересная карта. По этой карте мы должны будем, сейчас скажу, пройти вот эту вот карту. Ну давайте сразу здесь. Вот. Та карта, которую я вам хотел показать именно в конце, она очень интересная. Это Pogo Jump. На ней можно Pogo, в общем, Pogo проходить. Так, значит. Ставим вот такую. Так. И вот этот Pogo Jump, который я хотел вам показать. Так, теперь вот так вот летаем. Ты чё там делаешь, ниндзя? На! А чё, я не могу его... Это как? Я думал, я его могу убить. Просто я видел эту карту, но я не видел, как играется. Ладно. Ай. Извините. Здесь есть мина. Здесь есть мина. То есть, смотрите. Оба-на. Нифига его разорвало. Вы это видели, ребята. Это было так... Ой-ой-ой-ой. Молодец, конечно. У меня сейчас с этим топором. Так. Чё, я теперь летать не могу? Так, о. Могу я летать? Так. Летаем сюда. Сюда летим. Так, летаем сюда, летим. Мы должны взорвать этого парня. Стой, 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 стой. Не надо мину, не надо мину. Так, тихо, подлетаю, подлетаю. Стой! А что там? Стой? Давай. Я хочу этого... Ладно, как тебе взлететь? Давай. Да, супер, супер, супер килл. Супер килл, мне так понравился, ребят. Давай. На тебя, не подпрыгнуть. Так. Самый прикол то, что это русская карта, ребята. Так. Так. Сами поняли, что написано здесь. Так. Все, кто, в общем, копьеносец. Так. Как мне тебя замочить-то? Эй! О, я не хотел вот это, ребята, я сейчас случайно, меня пропеллер просто заклинил, ребята. Ай-яй-яй. Я тебя разорублю, понял? Так. Так, так. 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 Ай. А дальше что? Куда дальше-то? Эй! Ладно.
Катим дальше. Просто. Так. И чё, куда вниз? Так. DreamWorks. Хобана! Все, мы прошли последнюю нашу карту, которую мы пытались сегодня пройти. Ребят, в общем, всем спасибо за просмотр. С вами я, Александр Новасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Новасов. Пишите комментарии под видео. И всем удачи, и всем пока.